На площадь городской администрации вышли воспитанники детско-юношеского хора «Покров». 25 солистов, среди которых есть и 5-летние дети, исполнили для сочинцев и гостей курорта 3 произведения. Песню «Вера наша» патриарха Сербии Николая, «Кант Русь называют святою» и «Выйду ночью в поле с конем». Мы поем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Такое песнопение вызвало интерес у прохожих. Некоторые просто останавливались, чтобы послушать выступление хора, другие подпевали. Во время флешмоба всем слушателям подарили иконы и буклеты. Провести такую акцию предложили сами воспитанники детско-юношеского хора «Покров». Я обратилась к детям, говорю: дети, что бы вы хотели сделать на этот праздник? Я говорю: может быть, как-то мы вот какую-то акцию сделаем, может быть, иконки раздадим по кровам. Они говорят: нет, Ирина Фремовна, давайте мы выйдем на площадь перед администрацией города и что-то споем, наше православное. Я говорю: замечательно, я думаю, что это очень здорово, но давайте спросим благословения у наших духовников. Если они благословят нам сделать эту акцию, то мы с удовольствием выйдем в город и споем что-то православное. Нас благословили, поэтому мы вот сейчас здесь на площади перед администрацией города. Вот хотим вот всех поздравить с праздником.